Сибирский цемент – бренд, который хорошо знают не только строители Бурятии, но и соседних регионов. На Темлюйском цементном заводе выстроена четкая система, благодаря которой удается добиваться больших результатов. Здесь трудится более 500 человек. Мощность предприятия – 800 тысяч тонн цемента в год. За 8 месяцев 2019 года Темлюйский цементный завод выпустил 281 тысячу тонн. Это на 25% выше показателей прошлого года. Конечно, цифра очень значима. Прирост был достигнут в первую очередь благодаря тому, что у нас были сторонние заказы с Хабаровского края. Мы помогли практически 33 тысячи тонн цемента мы отправили в Хабаровский край. Предприятие работает стабильно благодаря постоянной модернизации. Недавно установили новый компрессор сжатого воздуха. Это компрессор совместного производства Японии и Турции. Сжатый воздух у нас используется практически на всех переделах, кроме горного цеха. Это перемещение цемента, перемешивание готового шлама, пылеудаление уловленной пыли из электрофильтров печей обратно в печь. И перемещение цемента на участки упаковки. И тарирование цемента тоже с помощью сжатого воздуха полностью происходит. То есть без него что случится? Ну, без него будет предприятие стоять просто. Есть на заводе и своя лаборатория. Там качество материалов проверяют на каждом этапе производства. Готовую продукцию испытывают, так сказать, на прочность с помощью пресса. Кроме того, ведется мониторинг и другой рыночной продукции, чтобы избежать продажи фальсификата. Наши специалисты смотрят, какой товар присутствует на рынке. Если подозревают, что в какой-то точке продается фальсификат, производится контрольная закупка, проводится проверка этого товара, делаются выводы о том, насколько он качественный, насколько это можно считать фальсификатом, и обращаемся в контролирующие органы, в правоохранительные органы, добиваемся того, чтобы они отреагировали на эту ситуацию. Сейчас предприятие осваивает новый участок месторождения известняка. По подсчетам геологоразведки, сырья хватит на ближайшие 25 лет. Темлюйский цемент можно приобретать не только большими партиями, но и в розницу в мешках по 50 килограммов. Все виды продукции сертифицированы. В том числе имеется сертификат на производство цемента для дорожного строительства. Юлия Пермякова, Андрей Дармаев. Новости дня.